Стань примером своему ребенку. 10 сентября в День семьи во всех школах страны прошла общереспубликанская конференция. 35 тысяч североказахстанских мам и пап узнали, как сделать адаптацию своего новоиспеченного ученика быстрой и безболезненной. На собрании в школе-гимназии «Бест» побывала Александра Салмина и узнала, какие рекомендации давали родителям. 10 утра. Во всех школах страны собираются родители первоклашек. В гимназии «Бест» около 100 мам, пап и бабушек готовы пообщаться с психологами. Время сейчас ответственное. Нужно приложить максимум усилий, чтобы старт во взрослую жизнь был успешным. Специалисты стараются в этом помочь, дают важные советы. Как успешно пройдет их ребенок адаптацию в первом классе, полезную информацию о том, какие отношения выстраивать с ребенком в семье, о том, как ребенку помочь выстраивать отношения со сверстниками, помочь выстраивать отношения с учителем, потому что ребенок идет в первый раз в первый класс. И от того, насколько теплые, дружеские взаимоотношения слаживаются в семье, от этого зависит будущее счастливое этого ребенка. Сегодня рассказали, как правильно составить распорядок дня, какое участие должна принимать мама, когда ребенок делает домашнее задание, и как реагировать на успехи и неудачи новоиспеченного школьника. Сегодняшние первоклассники – люди 21 века, века технологической революции, когда перед каждым человеком открыт весь мир с его прекрасным многообразием. Я, как мама первоклашки, почерпнула много нового и познавательного из сегодняшнего мероприятия. И мы будем изо всех сил стараться следовать рекомендациям и советам, которые мы сегодня услышали. Главное – любить малыша, говорят психологи. Необходимо на своем примере показывать, как достойно общаться и справляться с трудностями. Только тогда он вырастет успешным. В День семьи такое родительское собрание провели в 519 школах Северного Казахстана. Как сделать первые шаги вместе со своими детьми, узнали тысячи мам и пап. В этом году в школы области пришли более 8,5 тысяч учащихся в первый класс. Первоклассники в этом году начали обучение по обновленной программе обучения. Педагоги области подготовлены, прошли курсы повышения квалификации, учащиеся обеспечены учебниками. И в этой связи теперь нам нужна, педагогам, нужна поддержка родителей. В эти выходные на республиканской конференции «Стань примером своему ребенку» побывали свыше 35 тысяч родителей первоклассников. Александра Салмина, Жолдузбек Ермуканов, новости МТРК.